Совсем недавно наша съемочная группа побывала в Алеппо, в районе Шейх Максуд. Теперь оттуда поступают очень тревожные сообщения. Согласно заявлению представителя курдских отрядов народной самообороны, которые контролируют этот район, 8 марта против них было применено химическое оружие. Сообщаем, что 8 марта 2016 года около 15 часов по местному времени район Шейх Максуд был обстрелян группировками и батальонами сирийской вооруженной оппозиции. Снаряды содержали химические компоненты, по нашим предположениям, желтый фосфор. В результате нападения группировок оппозиции на квартал Шейх Максуд в Алеппо 6 человек погибли. Десятки мирных жителей получили ранения. Исламисты располагают запасом химического оружия, в том числе фосфора. И это представляет серьезную угрозу для мирного населения. Мы созвонились с бойцами отрядов народной самообороны, с которыми встречались накануне. По их словам, в результате обстрела пострадали несколько их соратников. Теперь они проходят лечение в госпитале. Среди симптомов отравления, выделение пены изо рта и повреждение кожного покрова. Ранее мы убедились, что после введения в Сирии режима прекращения огня в районе Шейх Максуд ситуация почти не изменилась. Эта часть Алеппо до сих пор постоянно подвергается обстрелам. За день до нашего приезда в результате очередного обстрела погибли 9 мирных жителей. Среди них семья из 7 человек. Впоследствии нам показали их дом, полностью разрушенный ударом.